Привет всем! А мы едим сырные лепешки вот такие. Я приготовила. На кефире соль, сода, сахар и мука. И сыр. Вкусно очень. Да, дочь? Что надо сказать? У меня. Чё? Привет! Привет! Привет, да. У меня видок еще тот вообще ужас. Что хочу вам рассказать? Это ужас. У нас, короче, сгорел водонагреватель. А точнее, сгорел даже не тем, а вот этот разрушился, как он называется-то, анод магниевый. Магниевый анод. В общем, сначала вот оттуда у нас потекла вода. Кап-кап, несколько дней, пока вот на полу уже вот такие лужи там не образовались. И, в общем, короче, нам сказали, что нужно поменять, снять вот этот анод. А когда мы его сняли, у нас оказалось, что проржавел корпус, сам корпус. И вот этот вот термекс у нас прослужил нам всего год и два где-то. Здесь 150 литров. Хватило его только на год и два. И, в общем, в понедельник только приедет экспертиза. Они только дадут нам бумажку. В общем, у нас в России это дурдом. И 2-3 недели мы будем отсылать эту претензию на завод изготовителя. И только вам после решения, короче, они вынесут по электронной почте и вам заменят вот этот вот сам корпус. А так, в противном случае, только покупать. В общем, вот такие вот новости я вам рассказала. И, в общем, короче, получается, что мы сейчас сидим без горячей воды, греем тазики, кастрюльки, и, в общем, моемся в тазике. Я думаю, что нужно будет покупать какой-то водонагреватель, хотя бы самый дешевый, самый обычный, вот, чтобы нам иметь как бы резервный запас на тот случай, если вдруг и в будущем нам поменяют водонагреватель, то у нас хотя бы будет в запасе еще один водонагреватель. А так у нас только единственный источник горячей воды в нашем доме, это только вот такой накопительный водонагреватель. В общем, термекс меня не порадовал, меня разочаровал. Вот, все хвалят Ariston, и у него гарантия 5-7 лет на Ariston. Хотя вот в то время, как на Термексе, дают только 2 года гарантию. Так что вот такие вот плохие у нас дела. В общем, какие-то поломки, да, дочь? И какие-то поломки. А у нас вот такие вот раскраски в фикс-прайсе продаются. Называются они антистресс-раскраски. И они такие прикольные. Тут такие мелкие-мелкие цветочки. В общем, можно сидеть и бесконечно раскрашивать и успокаивать свои нервы, пока в доме нет горячей воды. Вообще горячая вода, конечно, это прям как воздух для нас, да? Я не знаю, как вообще можно без нее жить. И помыть также и посуду холодной водой, это все греешь, ковшики, особо столько воды не нагреешь. Так что вот такие вот у нас затраты предвидятся. Наверное, поедем в ближайшее время и купим какой-нибудь хоть на 50 литров. Потому что наш, это, повторюсь, на 150 литров. И очень жалко, у нас мало проработал, год всего проработал и вот так вот сгорел. В общем, вот такие вот дела. Всем привет! Едем в художку. Сейчас закроем дом и поедем. Так, пошли машину прогревать. У нас вон грязь какая, смотрите. О, нет, подморозило. Грязная, жуткая. Ну, просто. А у меня вот такой вот портфель новый. С
сумочку я себе купила. На Алиэкспресс, кстати. Рюкзачок вот такой симпатичный. Очень удобный. Пошли открывать ворота. Называется «Дорога жизни». Всем привет! Мы едем в художку. У нас сегодня очень много дел. Нам надо заехать в офис МАХ, купить карандаши, циркуль и еще книжку на рынке посмотреть. Потом, когда в художку заведу Веронику, я пойду на рынок, мне надо куртку купить новую. Ну, в общем, дел очень много. Хватит болтать, поехали! Идем, Вероник. Да. Офис МАХ? Да. А где у нас офис МАХ? Ну, какой стул, 600 рублей. Так, нам надо выбрать карандаш простой. Какой-нибудь хороший. Вот такой вот, фирма. Кохинур чешский. Глянь, какие. Смотри, какой уже заточенный, глянь. Да, я знаю. Надо попробовать пописать. Это какой у нас? Это мягкий, твердый, чтобы... Вот мягкий, смотри, пишет как. Вот мягкий. Сейчас еще ручки надо выбрать. Пойдем, что-то на картон выберем. Глянцевый какой картон. А если такая глянь, цветная бумага двухсторонняя? А мне не нужен картон. А, тебе картон? Да. Так, ну еще картон. А вот карандаши мы вот такие купили. Три разных. Такие мягкие прям. А на камере ты вообще розовая, Вероника, как будто бы тебе пудрой намалевали специально. Розовая, розовая вообще. Мои года, мои богатства, да? Открывай глаза, Женя. Дай посмотри на свои деньги.
Ничего, сотрем, потом еще сделаем. Что, стерла губы? Ничего страшного, сделался на копейку. Зато сколько удовольствия, мама. Ничего, ребенок, прыгай, пока маленькая, пока дается, повод прыгай. Хочешь прыгать, прыгай, просто жарко. А, чуть-чуть глаза в ту сторону, чуть-чуть. И корпус, знаешь, как бы вот чуть-чуть такая, раз, это сильно. Глаза опять опускаешь, у тебя глаза как тут пол, это сам. Притянись вниз, раскрой глазки. Но не на меня смотришь, чуть-чуть скажу. Вот. Вот это другое дело, как бы подумала. Так, молодец, как настоящий мама. Сделай так сначала. Мама, любишь? Одет. Улыбашку. Рот приоткрой чуть-чуть. Чуть-чуть. Ой, как красиво, вообще невероятно. Молодец, мне сейчас очень нравится. Здорово. Но мы с волосами распущены сегодня. Если даже меня глаза, поднимай глаза. Нам надо, чтобы руку крутить. Ты же сейчас деду сюда. Чуть-чуть выше. Нет, это ты чуть-чуть. Жан, пока. Давай счастливо. Меня видишь? We'll be right back.